Здравствуйте, мои хорошие, с вами Джаз Джек. И сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием каким? Правильно, Dark Deception. У нас есть вторая глава, ребятушки. И в честь 9000 подписчиков я решил все-таки включить эту камеру и попробовать записать с ней. Вот, да. Ну и еще плюс то, что мы набрали 30 там плюс лосиков, поэтому продолжаем прохождение. Значит, вам нравится. И это очень, и очень, и очень, и очень, и очень хорошо. В общем, продолжаем, ребятушки. Малак заблокировал вход. Я не думаю, что ты сильно ему нравишься. Иди к кольцовому алтарю. Я могу дать тебе силу, чтобы ускоряться короткими периодами времени. Так, подожди, в смысле... Так. Нажмите Е, чтобы разблокировать буст. Буст. Окей. А на что? Так, скорость, время, перезарядка. Используй ее мудро и не благодари меня. Мы решим это попозже. Да, конечно, снимем. Так, use Q или Е, чтобы активировать... Ага, я понял. Q или E. Окей. То есть у нас получается сейчас одна способность на две кнопки. А в дальнейшем, скорее всего, несколько способностей сможем стрелять. Ни хрена! Вот это ускорение. Окей, значит, дальше будет очень страшно. Кстати, я что-то прочитал там в комментариях, особенно не вникал, но про девочку там, да? Элементарное зло. Про девочку, что она будет телепортироваться к нам. А вот это... Ты когда-нибудь скучаешь? Ты скучаешь по своим школьным дням? В конце концов, это был последний раз, когда ты был виновен. Еще один барьер. Ты знаешь, что делать? То есть, получается, подожди, нам эти барьеры, скорее всего, нужно будет пересекать вот так, да? Добро пожаловать. Welcome, welcome, welcome! Welcome, students! Ух ты, новый друг! Я так взволнована! Добро пожаловать! Я слышала о том, что у нас будет новый студент. Поэтому я устроила небольшую ознакомительную вечеринку для тебя. Это действительно круто иметь нового человека, с кем можно поиграть. Не рассказывай другим. Но они стали довольно скучными в последнее время. Ну, ты же оживишь тут все, не так ли? Ты можешь всем поделиться со мной. Всеми твоими секретами, всеми твоими ошибками. Всей твоей болью. Для этого же нужны друзья, верно? Нет. Нет. Похоже, занятия в школе возобновились. Ага. 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 Ready or not? Готов ты или нет, я иду! Не надо. Так, она телепортируется. Так, я ненавижу лицо! Какое лицо? Не надо, только не на лицо. Только не на лицо. Пожалуйста. А, понял. Так, на Q, если что, да? Я могу слышать тебя. Не надо. Не надо, пожалуйста, не надо. Неотмеченная могила. Должна быть ее. Ага. Так, Z. Так, это ее видеть. Хорошо. Ее рядом с нами нет, это хорошо. Так, пока не буду использовать. Так. Подожди, не... Я говорю, думал, ты здесь. Попался. Супер ускорение! Оп! Че, застанилась, свечка?
Это говорит читерство. А то что ты как это... Как ненормальное носишься, это нормально, да? Так, ладно, пойдем дальше. Ты нашел секретную комнату, ништяк! Нахер она мне нужна? Блин, ёпты, Шарда испугался. Так. 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 Хорошо. Не, подожди, ты меня там... Не надо меня там видеть. Не надо, не надо, не надо. Не гони, не гони, девочка. Нормально вообще, нет? А, понял. Вот потом используем. Пока что буст оставляем только на то, чтобы сбежать. Оп. Так. Твою мать, я обосрался опять. Не, ну слушайте, ну эта глава не такая страшная пока что. Ага, вот и он, алтарь. Ага. Подожди, назад возвращаемся. Надо все здесь собрать. Главное... Без девочки, дурочки. Так, нет. Так, она где-то здесь. Это... Это все! Это все, сука! Так, вот так можно здесь. Вот, все, пойду в обход. Вот. Вот так. А то она тут ходит где-то. Так, она где-то там. Хорошо, она где-то там, мы где-то здесь. Мы не встречаемся. Мы где-то там обходим друг друга. И мне все нравится. Так, подожди. Как это нашло? Как это нашло? Нафиг. Подожди, нашла. Ты что, дура? Нашла, говорит. Подожди, а с ней скрытно, получается, нужно? Твою мать. Способность перезарядилась. А я уже думал, все. Так, подожди, она охраняет? Она где-то там ходит. Она охраняет эти шарды. Вот эти три остались... Не надо меня учуивать. Сука! Я ж там... Можешь телепортироваться в второй зоне, берегись. Ага, то есть... No, no, I'm not. I'm not ready. I'm fucking not ready. I'm not ready, little girl. I'm fucking not ready. I'm one. Так, подожди, подожди, подожди. Это только половина. The ring barrier is still active. There must be more in another part of the school. Hurry and find the next zone. Да иди нахер, иди сама пособирай, на тебя посмотрю. Как ты будешь с этим бороться вообще? Так, подожди, а где вторая половина, алё? А, вон она.
Так, у меня осталось всего ничего жизни, да? Здесь она уже может телепортироваться. Че я там сказал про простую игру? Ах, ну да, глупость сморозил, да? Какая глупость? Не понял. О! О, здорово! Ты кто? Ты что, дьявол? А, понятно. Ясненько. О, ты забрал моих друзей. Пришло много времени с тех пор, как я могла поиграть с кем-нибудь настолько долго, но больше я не могу играться с тобой. Теперь я покажу тебе, на что я способна. Ясненько. Понятненько. И тетя, а что такая большая карта-то? Так. Интересно, она что теперь? Так, эта школа теперь ее доллхаус. Классно. No, I'm not ready. I'm not ready, bitch! I'm not ready, little girl! Собака маленькая. Так. Окей. Да и не ready я! Блин, а знаешь, что самое дурацкое-то в этом всем? Что начинать придется с самого начала. Вот в чем сложность этого тура. Он долгий, он реально длинный. О! Хорошо. Так. Вон она бегает. Ой! Да блин, нихера себе! Ого! Так, последняя контрольная точка. Мне плевать, давай, если это даже будет... Давай со второй половины. Это со второй половины. Ой, отлично! Here I come. Did you come? Yes, I do. I'm come well. Если вы понимаете, о чем я. Так. I am not fucking here. I am fucking not here. Так, не, ну в принципе, ладно, это хорошо. Вот это уже хорошо, вот это меня уже больше радует, что А там какая-то херня летает, я туда не пойду. А, это просто листочки летают. Понял. Так. Понял. Не, поин я тебе показывать не буду. Я тебе могу только показать свои пятки, как я буду улепетывать от тебя, маленькая девочка. Ненавижу маленьких и вонючих девочек. Они такие бесящие, приставучие. Такие. Я не знаю, какие-то они не такие. Так. Окей. Ну, пока все относительно спокойно. Пока она не хочет на нас телепортироваться. Это меня радует. Можно спокойно бегать, собирать. Может быть, даже в какой-то момент получим буст в виде... может, получим буст в виде одной жизни дополнительной, чтобы... Я нигде. Нет меня нигде. И звать меня никак. Не-не-не, не надо. Не надо мой бризинг слышать. Оп. Оп-оп. Не надо меня гэтча. I'm not ready. I'm not ready, little girl. I'm not ready. А, я не скучный. На тебе.
А ты как думала? А ты как думала, маленькая зараза? А? А ты вот так вот это завязывай давай. Давай завязывай. Так, пойдем-ка мы сбегаем за красной фигней. Оп-оп-оп-оп-оп. Чтоб знать. А, вон она где. Она достаточно далеко от нас, в принципе. Нормально. Фух, так. Подожди, она ушла? Она телепортировалась? А не, вон она бежит за нами. Главное, как бы постепенно, потихонечку там быть подальше от нее. Вон она телепортировалась опять. Так. Так, вот здесь сейчас. Быстренько. Оп. Оп. Смотри, чуть-чуть осталось. Вот только то, что она пропала, печально. А, не, подожди, она не пропала. Так, подожди. Так, она... Ага. Так. Так, вот не понял. А как? Вот так? Страшно. Не-не-не, не надо, не надо меня гетать. That's the last of the shards. Now get to the ring piece before Agatha gets you. You'll never get the ring. I won't let you. This is. What? Так. Сюда же, да? Есть! Так, и чё? Get back to the portal. А карту полностью как-то... Понял, нельзя, да? Ага. Я тебя приветствую, пыталась быть с тобой милой, но тебе все равно. Ты не хочешь быть моим другом, ты просто хочешь узнать мои вещи. Ты, значит... Плохой человек! Теперь у тебя проблемы. Ты тоже разозлил папу. Какого папу? Конец дороги, смертный. А в смысле? Не понял. А где? Да, Малок! Какой нахер Малок? Никаких коротких путей! Можешь закрывать дверь. А, подожди, я не готов! Я был не готов! Мужик, я не готов! Я не готов! Я не готов! Don't be scared. Agatha just likes to play a little rough. Чего? Чего? And I'll make your day. Не понял. Последнее контрольное. Пожалуйста, пускай это будет с этого места. Да, хорошо, это с этого места, отлично. А, подожди, я походу понял. Я походу понял, как надо сделать. Подожди, сейчас все будет, не ори на меня. Так, подожди. Значит, получается, нужно, чтобы она стригерилась. Опа.
одного. Опа. А, не успел. Давай. Ну, сейчас вообще не понял, подожди. You're trying my patience. Может слышать, как ты открываешь, закрываешь дверь. Я понял. Нельзя через эти проходить. Она телепортирует. Она сразу, короче, спавнится. Подожди, а куда? Показывает куда-то сюда. Не понял, это сейчас что? Вообще, подожди. Ну не, это ладно, это понятно. Да понятно, Малок здесь, да. Никаких коротких путей. В смысле? Так, ну я понял. Хорошо, никаких коротких путей. Хорошо, никаких коротких путей, так никаких коротких путей. Move faster. Malak's here. Try to run. Так. Блин, а куда там прибежать-то нам в итоге-то надо? Не сюда. Нет. Нет. Так. Да ёб твою мать, а, обосрался опять. Ой, не туда. Мужик, прости. Мужик, прости меня, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, прости. Так. Ah!
Я так и не понял, куда бежать. Не показывает. Итак, факт. Ханю, and I'll make your day quick. Move faster. Malak's here. Try to run. Так, это стан. Интересно, на него стан так она? По-моему, на него стан вообще не канает, да? Да, на него стан не канает. Классно! Замечательно, шикарно. Угу. А куда бежать-то? Все? Идешь куда-то? Ты никогда не убежишь. Я не позволю тебе забрать моих друзей у меня. Открыто! Держись подальше от моей комнаты! Ты сбежал. Отлично. Фух, мы сбежали. У нас это получилось, ребятушки. Это было сложно. В какие-то моменты я начал уже просто молчать, потому что нужно было сосредоточиться очень сильно. Очень сильно надо было сосредоточиться. Очень сильно. Еще плохая музыка. Очень плохая музыка. Ой, жесть. Вообще жесть. Просто жесть. Она была почти такого же возраста. Вспоминая, воспоминания предают меня здесь. Мне нужно продолжать идти. Мне просто нужно продержаться еще немного. Какие философы эти твою ядрить. Два готовы. Осталось еще семь. Хочешь попробовать еще один? Так, третья глава. Это у нас что? Какие-то флибустьеры? Пиратская тематика будет, да? Я так понимаю. Но это будет уже в следующей. Так, хорошо. Я максимально зарядил буст скорости. Теперь мы максимально быстрые. Возможно, нам дадут какой-то еще перк. Потом обучат нас, как их ставить. В общем, что я хочу сказать. В принципе, когда понимаешь механику этой игры, она уже достаточно не страшной становится. С макаками было пострашнее, потому что их было 4. Они за тобой гонялись, они неизвестно откуда выползали из этих дверей. Ты ссался, срался, короче, было всяко разно. Вот, нашли мы с вами одну секретную комнату, но я не успел ее разглядеть, потому что было просто до жопы как страшно. Вот, надеюсь, вам, ребятушки, понравилось это видео. Если вам зайдет видео с камеры, то, возможно, но это не точно, я буду такие игры продолжать играть с камеры. Но если вам не интересно, то напишите, давай лучше без камеры, мы хотим просто смотреть игру, нафиг нам смотреть на тебя. Вот, я, в принципе, человек понимающий, как бы без проблем, мне мороки будет меньше. Ну что, все, в принципе, все, как с вас, как обычно, подписочки, лайки, комментарии, какой я прекрасный, замечательный, там, или какой я хреновый и ужасный. И с вами еще увидимся обязательно. И всем, ребятушки, пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот грёбаный канал. Ага. Спасибо, бро.